Свой комп я собирал с 2013 по 2014 год. Из разных комплектующих. Кое-что я взял на Авито, кое-что я взял новое в DNS в Melty и в других магазинах. Основное, самое дорогое, было, конечно, материнская плата, процессор и видеокарта. До этого у меня был двухъядерный пенек и AMD 6 серии видеокарта. Она мне очень нравилась, на то время тянула сталкер на полную, с чем я был доволен. Но когда я запускал свою любимую батлу, или, например, Far Cry, который только появился третий, меня жутко бесили тормоза и лаги, плюс низкие FPS. Поэтому я решил полностью сменить компьютер на доступный по тем деньгам. Тогда я пришел к одной формуле компьютера. Что должно быть много ядер, что должна быть мощная видюха и много оперативки. Это три ключевых момента, которые дают игровой компьютер. И самым оптимальным по выбору мне вышла платформа AMD, чем я несказанно рад. Он работает буквально 24/7, каждый день. То есть выключался он за 3 года, может быть, дней на 7, не больше, когда я уезжал куда-то в другие города. Но каждый день он перерабатывает такие тяжелые приложения, как Sony Vegas, Photoshop, Word, Excel, 3 браузера и в каждом по 20 вкладок открыто для работы. Все это невозможно представить без этого компа. Использую на нем Windows 10, и мне она очень нравится. До этого была 8 и 7. Но семерка ни в какую не хотела нормально работать с моим SSD диском. Она почему-то подтормаживала на нем, поэтому я перешел на 8, а потом уже из-за интерфейса на 10. И на ней все просто летает. FPS отличный. Таким образом, эта печка, этот полисборник, как угодно его называть, является моим любимым устройством и самым лучшим инструментом, который помогает мне в повседневной жизни, который способен делать практически все.